всем доброго утречка. И уже сейчас в ленте я добавил конкурс, где разыгрываю 5 ключей от игры RDS Game. Поэтому, друзья, срочно переходите в ленту и участвуйте. Пока тут на работе просто нереально кипит движуха в стенах фрешафта. Что-то, друзья, происходит с техничкой. Причем происходит что-то нереальное. Совсем скоро напишу пост, и вы просто охренеете. Ну что, вот и все готово к настройке. Завтра едем настраиваться. Остались последние штрихи. Накинуть пару колес, потому что старые уже никуда не годятся. Кстати, в Триангле съездили, сейчас забрали вот таких покрышечек на тесты. Спасибо большое. Но на настройку мы поставим новый Ахиллес, чтобы колесо, которое здесь будет стоять, чтобы оно прям хорошо цеплялось за стенд и все было на максималках. Так, время 9 часов 15 минут. Меня уже практически выгоняют с работы, одел больше, чем времени. Но это ладно, это не важно, потому что тачка почти готова. Мне ее осталось сейчас пойти и загрузить. Завтра едем на настроечку перед этапом, который пройдет в эти выходные. А еще завтра с утра начну бомбить вас новостями по поводу своей технички. Это будет круто. Это супер-бомба нахрен, обалдеть вообще, какая новость. Если она для вас такой не будет, значит, да просто значит. Что-то это все равно значит. Итак, пробуем запуститься. Оп. Нормаль. Все по кайфу, все заводится. Сейчас поедем вот на прицеп грузиться. Грузиться, загружаться. Выручит нас всегда механическая ручная лебеда. Взяли и поехали ее крутить. Иди сюда, родная. Оп. Сейчас мы тебя загрузим. Поедем, настроим. А потом поедем мятик. Всех объезжать. Кайф же, а? Так, значит, смотри сюда. Я тут совершенно случайно понял, что завтра ехать на настройку, дружище, а бензина нет. Поэтому едем за бензом куда? Правильно, вопрос шафта. А еще в следующем сторисе вот здесь будет ссылочка, которую надо свайпать. И поверь мне, просто поверь мне, возьми и поверь мне, это надо посмотреть. У нас тут фрешафта. Фрешафта спит. Поэтому будем прорваться тихо и незаметно. Шутки шутками. А смотрите, что я тут припалил. А? Женька,
тут. А еще, сейчас. А еще позади меня. Да. Стоит она. И хочу я вам сказать, что еще когда был совсем мелким пацаном, когда только мы начинали строить машины и ездили на какие-то соревнования, я, естественно, как любой мальчишка, наблюдал за топовыми командами и пилотами, в том числе из российских ралли и так далее. И уже тогда я думал, что когда я вырасту, я обязательно добьюсь того же самого, что у меня будет техничка, будет машина спортивная, и я буду управлять этим спортивным автомобилем. И вот благодаря... Позади меня стоит еще одна мечта, которая сбылась благодаря тому, что, безусловно, нужно ставить перед собой самые немыслимые задачи и воплощать их в жизнь. А обо всем остальном и вот об этом в полном виде вы увидите уже завтра у меня в ленте. Не пропустите, это будет круто.